Всем привет, с вами канал Мороз Лайф. В сегодняшнем видео хочу затронуть важную тему, которая касается абсолютно каждого иностранца, который проживает в Чехии. Это воссоединение семьи. И хочу также ответить на главный вопрос, который касается воссоединения семьи. Сколько нужно реально денег для воссоединения семьи? Все, конечно, зависит в первую очередь от того, какое количество людей будет воссоединяться с человеком, который уже находится в Чехии. В сегодняшнем выпуске я поделюсь своим опытом воссоединения семьи, сколько мы реально потратили денег для воссоединения нашего ребенка. Итак, друзья, первое, с чего мы начинали, это поиск квартиры. Квартиры, конечно, разные. Квартиры есть в разных регионах, и стоимость их тоже везде разная. Поэтому кто-то может жить в общежитии, договориться со своим хозяином и жить с детьми, со своей семьей в общаге. Это уже дело ваше. Кто-то может, конечно, отдельно снять квартиру. Мы не пошли первым способом, мы взяли вариант квартиру. Брали двухкомнатную квартиру, чтобы у каждого было свое пространство. Ну и стоимость тоже в зависимости от региона, где вы будете проживать. Чем дальше от больших городов, то дешевле, чем ближе к большим городам, то дороже. Стоимость квартиры составляет примерно от 10 до 20 тысяч крон в месяц. Плюс, помимо этого, не забывайте, что в первый раз, когда вы оплачиваете квартиру, то нужно еще вносить так званые кауцы. Кауцы — это возвратная сумма, которая вам возвращается при выселении из квартиры, если вы ничего там не разбили, не сломали. Это так называемый залог. Если брать в нашем случае, то мы платили 20 тысяч кауцы плюс одну оплату за месяц. В сумме это выходило 32 тысячи крон. Следующий важный пункт, без которого тоже никак нельзя обойти воссоединение семьи, это нужно показать деньги на счету. Опять же, здесь внимание, если вы делаете воссоединение по визе, то нужно показывать обязательно деньги на счету. Если же вы делаете воссоединение по пребыванию, то там достаточно показать ваш рабочий договор. Но здесь тоже важно помнить, что пребывание рассматривается максимум до 270 дней, то есть это почти 9 месяцев, а виза рассматривается максимум до 90 дней. Это до 3 месяцев. Мы делали воссоединение семьи по визе, потому что мы быстрее хотели забрать ребенка, поэтому нам нужно было показывать деньги на счету. На тот момент нужно было показать минимум 30-40 тысяч крон. Мы показали в районе 60. То есть чем больше покажешь, тем будет лучше. Это показывает, что у вас есть деньги, что никаких проблем в Чехии с содержанием ребенка не будет. Следующий тоже немаловажный пункт, без которого вообще воссоединение не рассматривается, это страховка. Сумма на страховку тоже зависит от того, на какой период будет делаться виза, а также зависит от того, сколько лет ребенку. Либо у вас идет воссоединение взрослого человека. Это тоже немаловажно. Здесь сумма скачет от 15 до 30 тысяч на год, если брать ребенка до 10 лет. На взрослого там будут чуть другие суммы. В нашем случае первая страховка наша была на полгода. Стоимостью составляла около 7 тысяч крон. Сейчас же при монополии ПВЗП минимальная страховка на полгода будет составлять около 15 тысяч крон. По поводу страховки, как лучше ее оформить и где ее оформить, мы обращались к нашему другу Александру Литвиненко. Контакты его сможете увидеть под видео. Поэтому, если кому нужна консультация, где лучше покупать, как лучше покупать, что сейчас покупать, то конкретно сейчас идет продажа только одной страховки ПВЗП. Он вам всем в этом может помочь, поэтому смело можно обращаться. Ну и финальный пункт, который тоже немаловажный для воссоединения семьи, это уже подача документов. Там есть обязательный взнос 2500 крон, который нужно оплачивать по-любому, без этого никак. Ну и плюс сюда мы всчитываем дорогу туда и обратно. Кто-то, конечно, поедет машиной, кто-то поедет автобусом, кто-то полетит самолетом. В нашем случае мы летели самолетом, поэтому у нас вышло на все про все, туда-обратно, плюс забрали ребенка, плюс консульский сбор, я считаю, около 10 тысяч крон. Итого, ребят, если брать конкретно наш пример воссоединения семьи, сколько же мы реально потратили на воссоединение одного ребенка до 10 лет, квартира 32 тысячи крон, деньги на счету, которые мы показывали, 60 тысяч крон, страховка 7 тысяч крон на полгода, дорога плюс подача документов 10 тысяч крон. Итого выходит 109 тысяч крон нужно денег для того, чтобы воссоединить ребенка возрастом 8 лет. Если брать сейчас же, сравнивать уже 2021 конец и 2022 год начало, то стоимость квартир примерно будет с кауцы составлять в районе 40 тысяч деньги на счету. Опять воссоединение семьи со взрослым человеком, то вам нужно показать на одного взрослого
в районе 63 тысяч крон. На ребенка до 18 лет нужно показать половину этой суммы. То есть, если берем, опять же, сравнение с нашим случаем, воссоединяем одного ребенка, то это в районе 30 тысяч крон нужно показать на счету. Страховка на один год будет составлять в районе 30 тысяч крон. Если берем на полгода, то в районе 15 тысяч крон. Ну и дорога плюс подача, остались же те же суммы, грубо говоря, плюс-минус 10 тысяч крон. Это если вы съездите туда, подадите документы, приедете обратно и потом уже получите положительный результат, поедете за ребенком, приедете обратно. То есть на все про все у вас выйдет около там плюс-минус 10 тысяч крон. Если же делать воссоединение семьи по пребыванию, а не по долгосрочной визе, то деньги на счету показывать не нужно. Нужно показать только рабочий контракт. Если так все прокатывает, то вы убираете эту сумму 30 либо 60 тысяч на взрослого из этого перечня. Но если брать конкретно визу, о которой мы сейчас говорим, потому что наше воссоединение было по визе, то сейчас на одного ребенка возрастом от 7 до 10 лет нужно будет порядка 110 тысяч крон, взрослого порядка 140 тысяч крон. Но эти все моменты и нюансы нужно обязательно тщательно просчитывать и решать, конечно, уже только вам, по какому типу визы делать воссоединение семьи. Ну что, друзья, вот такая вот вышла информация. Если кто желает, может также поделиться в комментариях своим опытом воссоединения семьи, сколько реально затрат у вас вышло в вашем случае. Надеюсь, это видео было для вас полезным, поэтому поддержите, пожалуйста, его своими лайками. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь, уже увидимся в следующих выпусках. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока!